Слава Україні! Друзі, вчора команда «Тернопілля», патріоти, зайняли приміщення Тернопільської обласної державної адміністрації. Ви бачите, горять шини, дерево. Дерево беруть, витягують з ближайших домов, которые на реконструкции или которые стоят полуразваленные. Кстати, в Киеве, я вам хочу сказать, очень много в центре таких полуразваленных домов, которыми никто не занимается. И вот сейчас отсюда тянут дерево, чтобы все-таки держать огненной заслон именно здесь. Я вижу, часть беркутовцев поднимается под Октябрьский дворец. Я вам хочу сказать, что Спина ТВ стояла вот именно там, где сейчас стоит Беркут. Нашими соседями был правый сектор, мы показывали тренировки правого сектора. Но это вам хочу сказать, что там было 6 камер, которые мы время от времени засвечивали, потому что мы понимали, что за нами следят. Вот, хочу вам сказать, что мы слышали от экспертов из правого сектора о том, что будет захват Майдана именно с Октябрьского. Поэтому они там постоянно стояли, потому что постоянно была вахта. Но, к сожалению, не спасли, не удалось спасти наши палатки, мы теперь бездомные. Мы стримим как можем. Сейчас снова начались активные действия со стороны Беркута, и, конечно же, пошли ответные действия со стороны митингующих. Беркут перестраивается, они подходят ближе к стеле и хотят оттеснить людей еще ближе сюда. Я хочу сказать, что вчера я стримила со стелы, вот сегодня стало уже недоступно. Как правило, после камня бывает стрельба, поэтому ожидаем стрельбу. Я вас очень прошу, журналисты, которые на передовой стоят, не выходите на передовую без бронежилета. Я стою сейчас в бронежилете, мне более-менее безопасно, но я вас очень прошу, редакции, не выпускайте журналистов без бронежилетов, здесь действительно опасно. Люди, которые могут помочь журналистам с бронежилетами, пожалуйста, подвозите их на Крещатик 27А, там медиапрофсоюз, и журналисты, желающие, смогут подойти и взять себе бронежилеты. Я обращаюсь в первую очередь сейчас к бизнесменам. А вы можете помочь очень просто. Купите бронежилеты для журналистов хотя бы. Потому что это очень важно, чтобы информация была подана. Очень важно, чтобы журналисты были в безопасности и смогли показывать, что здесь происходит прямо здесь вот сейчас. Поэтому если... Я знаю, что очень многие говорят, куда перечислить деньги. Не надо никуда перечислять деньги. Просто купите то, что есть, то, что нужно для майдановцев. Спина ТВ, который меня слышит, поставьте, это центральный телеканал. Здесь начались активные действия. Дякую. Друзі, що ми бачимо за мене інституції, там включили трансбой. Нібито є якесь поживлення. Да, ви бачите, включили трансбой, зараз прямо сюди летить вода. Людей поливають водою. Я не хочу, щоб ви нам приносили теплий одяг. Адже весь наш одяг, який був вчора, спалений. Тому просимо, щоб ви підносили теплий одяг, щоб наші хлопці мали з чого переодягнутися. Адже вони зараз поливають нас водою. Что я хочу сказать? По моим наблюдениям, если раньше ребята закрывали лица и боялись о том, что их будут вылавливать, то сейчас люди понимают, что, в принципе, это уже ни к чему не приведет, потому что отступать нельзя. Вы видите, Беркут отвечает гранатами. Есть информация про кого брата. Он жив, здоровый, но с ним это вид комиссии. Тому прохание, пожалуйста, Федорняка Олега, поднимите да, его вкусу до все. Також шукаємо Михайла Петра. Да, все хорошо. Михайла Петра. Михайло Петро, якщо ти нас чуєш, тебе шукає хлопці. Родственники волнуються. Все нормально, все хорошо. Я хороший ангел-хранитель. Просто щоб ми були вмінними, і тільки буде якась з'являтися інформація, зразу буду говорити. Я так думаю, що все-таки там відбувається, друзі, ротація. Адже зараз до жовтневого палату так само піднімається велика група правоохоронців.